駆逐してやる。Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить Атаку Титанов на PlayStation 4. Итак, мы с вами пока что продолжаем играть, пока у нас идут новые интересные миссии. На самом деле, игра вообще не дает ни грамма заскучать. В прошлой серии мы с вами повстречали звероподобного Титана. Это было просто круто, он был здоровский, у него была особая защита, ее нужно было пробивать огнем. Те, кто не видел предыдущую серию, обязательно посмотрите. Мы с вами встречали бронированных титанов. Двух разом мы не смогли их пройти, они в дополнительных миссиях, притом на очень высокой сложности, там нужно нормально прокачивать персонажа. Итак, сегодня мы играем за Жана, у него, собственно говоря, есть такие довольно-таки пассивные, но хорошие способности. Он пока что, по-моему, второго или третьего уровня немножко поиграл. Вот, у него увеличенное количество примочек с собой, которые можно таскать. У меня появилось, кстати, новое оружие здесь. Сейчас вам покажу, но купить его пока что не могу. Нет, вот это могу купить, новое оружие, вот видите, вот которое появилось. Но вот этот вот King Tiger Zero, который, в принципе, улучшенная версия того клинка, что есть у меня, не могу. Мне не хватает Superior Gem Steel. Я хочу его купить, честно, мне оно очень понравилось, потому что, смотрите, урон уже прям вообще бешеный идет. Вот, и как бы вообще, вот эти клинки тоже хорошие, но у них явно длина клинка вдвое меньше, чем у меня, и я что-то привык уже просто хорошо замахиваться. Там не хватает материала, вот Superior Gem Steel, его даже пока что купить нельзя. Так, там уже можно вон пойти тоже на какую-то хорошую миссию, но сначала давайте выполним какую-нибудь дополнительную. Так, здесь, кстати, на первой локации я все зачистил. Тут все 100% зачищено, а здесь вот еще нет. Это у нас вторая локация. Я же не знаю, сколько всего будет. Давайте выберем какую-нибудь там звездочки тоже, как минимум 3. Это пройдено, пройдено. Ну, давайте вот здесь. Миссия помощи в старом замке. Вроде бы так называется. Сейчас посмотрим. Я не знаю, игра на самом деле балдежная. Мне даже хочется немножко перепройти основную сюжетку, сделать немножко там что-то по-другому. Я знаю, что ничего под этого не поменяется, но как бы не знаю. Круто, я жду какие-то дополнения еще. Вот у нас уже вышли дополнительные миссии, то есть они стоили, в принципе, копейки, тем не менее. Ох, мать моя женщина, вот это у нас начало. Так. Прости, лошадь, но как бы пока пойдем так. Сейчас будем помогать чем-то здесь. Так, тебе какая помощь-то нужна? И все, что ли? Это и все, кто... Тихо. Воу-воу-воу. Сейчас мы мелочь-то мы зарубим. Отлично. На самом начале, видите, увеличенное количество уже и огненных бомб, и таблеток, и всего на свете. И это хорошо. Так, надо еще. Надо спасать народ, потому что... они нам добавляются в команду. Кстати, в этом замке как раз-то мы вот с вами уже сражались. Мы как раз-то здесь встречали бронированных титанов. Я уж не знаю. Так, тихо. Да, конечно, сейчас два раза по коридору. Иди умойся. Урон очень хороший, очень нормальный. Пока что с вами здесь справляемся на этих миссиях. Мне это нравится, не то что на... Я потом, после того, как покажу вам еще остальных персонажей, сделаю упор на какого-нибудь персонажа, прокачаю его, и мы полезем с вами в онлайн на вот эти вот суперские миссии, где у нас там просто ад какой-то происходит. О, боже, там Леви надо помочь. Лошадь, уйди, от тебя проблем больше, чем, я не знаю.
Так, тихо. Держись, Леви. Да тут вот здесь никого нет. Чё тебе помогать? Ну, здесь я. Чё стоим? Ой. Тебя нужно защищать, да? Угу. Ну хорошо, поехали. Так, давай-ка мы тебе сейчас коленку сначала отпилим. На! Так, теперь руку. Извини, но мне нужен Superior Gem Steel. Я не знаю, с каких титанов она выпадает, я не помню. Поэтому будем бить всех наугад. Посмотрим, по обстоятельствам будем их рубить. Так, меня уже какая-то зараза узрела. Так, тихо. Есть, коленку отрубили. И сейчас мы тебе отрубим еще шею. Там еще два есть каких-то еще титана. Даже не два, а три, которые тоже нуждаются в том, чтобы их завалили. А, вот. Здорово. Ой, слушай, что-то я как-то это снизу-то не особенно хорошо напал. Вот так вот надо. Да кто его уронил? Так. Локация прям, ты посмотри, как территория со мной не дружит со мной территория просто, я не знаю. Так, ты толстый, ну-ка встань, лошадь, уйди отсюда. На тебе. Ой, убежим от него, то под ним стоять очень опасно. Че, все что ли? Нет еще. Ладно, хватит с тобой нянчиться, слушай, мы на тебя слишком много времени тратим. Надо вон там наши помочь, это они... Мать, моя женщина. Тихо. Ну вот, одного съели. Какая досада. Ты давай мне еще леви здесь, это грызани. Вообще, что ли, опух? У меня как бы задание защищать его. Уже одного тут прозевали, блин, из-за того толстяка. Здесь уже что-то ломается. Ты че еще один леви схватила? Так, леви у меня линк. О, супер. В смысле, у него ранг супер. Ну и вообще ситуевина тоже супер. Так, давайте что ли это, лезвие сразу заменим. Как говорится, пока есть такая возможность. Ух, нифига себе, маленький да быстрый. На! Так, у нас там вот в центре города вообще какой-то бородец происходит. Но смотрите, сколько смертей, 4 смерти разом. Ну, эти смерти никак не предугадаешь, я вам честно скажу. Так. Узрел? Ой, узрел меня. Чудище страшное. Чудище! Ну, отдай. Так, пока особых заданий нет, они пока разбираются, что происходит, мы, значит, просто будем бить. А, нужно очистить старый замок от титанов. Ну, как скажете. Уйди отсюда. Так, давайте-ка поставим, чтобы у меня тут ослепляющие гранаты были. Они, кстати, очень хорошо тоже помогают периодически. О. Конечно же, надо было цепануться на самого маленького. Громадина какая, а. На. Благо, шея у вас хрупкая. Так, дай-ка ты руку тебе сейчас. Отпилим. И голову тоже. Так, давайте нам таблетки поднимем. Пилюль валять. Кто знает, сколько их потребуется, то иной раз бывает, когда их реально просто очень сильно не хватает. Так, ну погнали. Вон того хочу. Вон здоровый, ой, здоровый одинокий. А, узрел меня, узрел, да? Отлично. Вообще рубим вас просто, как я не знаю. Как маслица. Как просто теплая маслица. Горячим, раскаленным, да красно ножом. Так, меня там саппортом хотят сожрать. Пошли-ка саппортом, спасем. А ну-ка брось саппорта. Ты смотри, что делает, а? Ты.
Особо недовольный какой-то, да? Так, спокойно. А! Так, давай, отойди. Тут уйди от меня! Спасите меня! Первый раз поймали, а? Я не знаю, кому там помощь нужна. Там кому-то была нужна. Я поэтому заюзал световую. Так, ты. Ой, это было рядом. На таблетку сажают. Да на тебе. Сейчас мы уже все скоро. Сейчас мы саппорта спасем. Таблетку съедим. В рожу напал. Плохая идея была. И его уже там забили. Я уверен, что... Я знаю, кто его убил. Это все Леви. Его помощь реально... Как я успел на лошадь залезть? Итак, выходит финальная цель. Толстая, волосатая пельменина. Страшный, как... Я не знаю, кто. Так, хорошо. Саппорт, дай мне что-нибудь. Так, ну что, погнали. Заиграл бодрый музончик, а значит, нам пора валить негодяя. Так, ну чё? На! Да на тебе! Боже мой, тебя так сейчас закидаем, слушай. Я не... Убью тебя, не сходя с лошади. Так, тихо, спокойно, спокойно, сейчас сюда. Ну-ка, еще разочек. Да, конечно, конечно. На! Да ты мне руку свою поставишь, не? О! Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ладно, все, народ. Хорошего понемногу. Отпустили, отпустили там моих. На, отлично, одним ударом, смотрите, задели второго тоже. Давай сейчас с этим вот разберемся. Блин, да что за деревья здесь вечно? Так, ну все, осталось только вот этого убить, один удар и все. На! И все, и последняя цель убита. Вообще, вот эти миссии прям легко проходят, несмотря на то, что даже если маленький уровень, все решает именно шмот. То есть, хорошее оружие на самом деле рубит очень-очень круто. Да, говорит, поторопимся назад. Хорошо, что у нас там вышло, на ранка мы сделали, можно было еще титанов поубивать. Получили третий левелап, и у нас новый скилл. Реал реплейсмент. Увеличенное количество клинков. Если я правильно перевел, а может быть перевел неправильно. Вроде что-то типа того было. Разблокируем потихонечку новую галерею. О, дальше даже какое-то достижение дали. Вам, наверное, за мной не видно. If you're gonna cry here. Хорошо. Так, третий уровень. Можно было бы немножко побольше набрать, прежде чем приступать к какой-то особой миссии, потому что те миссии, они довольно тяжелые. Но, как говорится, если проиграем, то проиграем, потому что... Ой, стой, у нас там задания появились, дай-ка понаберем их. Задания очень хорошо брать, они раскрывают потом какие-то сценки. Вот в прошлой серии мы с вами там наблюдали. Криста просит о какой-то помощи. Нужно набрать в схватке ранг А 3 раза подряд. Вроде так. Ну, попробуем. Так, поехали дальше. Мир, что тебе нужно? Грохнуть 15 титанов. Да как нифиг делать? Микаса. Завалить 10 титанов. Маленьких титанов. Я не посмотрел, каких там было написано, каких титанов было в первый раз
Микаса просто убить именно маленьких титанов. Ну ладно. Просто набираешь этих заданий и просто так же проходишь все и не паришься. А там смотришь, там что выполнено. Идешь и сдаешь, и смотришь какую-то сценку, какие-то нам новые костюмчики. У меня там у Эрона и у Леви появились новые костюмы, где они там уборщики. То есть такие белые в масочках уборщики и оружие, и такие швабры появились, потом как-нибудь покажу. За Эрона тоже еще поиграю, он может там превращаться, соответственно, в Титана. Вот, против, интересно посмотреть битву Эрона и против какого-нибудь бронированного, да? Было бы круто. Но сегодня мы играем что? Мы сегодня играем за Жана. Что? Что еще что-то нужно сделать? Interior Defense Arena from Survey Missions. А, то есть нам еще нужно какие-то миссии сделать. В Survey Missions они просят. Но я так полагаю, это даже, наверное, не здесь. То есть нам нужно вот эти миссии все пройти, если я правильно все понимаю. Как только мы вот эти миссии пройдем, нам позволят играть дальше миссии. Ну, как бы, да, миссий как бы много. И давайте сейчас продолжим, господи, делов-то. А там посмотрим, я сейчас несколько миссий покажу. Поехали сюда. Вот, несколько миссий я вам покажу, а потом уже в следующий раз я уже поиграю, когда вот эти миссии пройду. Вот, и мы сразу пойдем уже с вами на какую-нибудь особую миссию. Ну, посмотрим, как бы. Миссии игры, они особо не напряженные. Я люблю, признаться вам, играть в Атаку Титанов, когда, честно, вот хочется просто немножко расслабиться, фоном включить там на втором мониторе какой-нибудь фильм, анимешку, сериал, что-нибудь. То есть, а здесь вот просто сидеть и рубить этих титанов в свое удовольствие. Ох, матерь божья, вот это да. Так, чё, куда, зачем? Помогать, нам нужен Эрон. Нужен. Лошадь, ну-ка, прыг стол. Тыц. Ну, давай, давай. Да руку мне дай. Хочу руку рубануть тебе. На. Так, вторую дай мне. Вторую. Хватил моего. Вообще, блин, что ты без рук остался. Отлично. Блин, там уже еще кому-то помощь требуется. Ну, как говорится, пока мы не наберем команду. Давай, давай, тросы, тросы, тросы. Отлично. Так, Эрон, ты мне в команду тут пойдешь, нет? Куда он делся? Куда он делся? Разгильдяй. Так, ладно. Лошадь. Тут без лошади никак. Ладно, поехали дальше. Так, что там, все плохо? Давайте поехали сначала спасать будем, а потом уже будем это... рубить их налево и направо. Здесь у нас расставлены ловушки. В них, чувствую, придется частенько их ловить. Это одна из тех локаций, где мы с вами ловили... титана женскую особь. Локация довольно большая, это хорошо. У нас уже там он помирает, народ вовсю начинает. Это специально сделано, чтобы немножко вам нервы пощекотать. Вы от этого никуда не денетесь. Цыц. Ага, так, сразу. Световые гранаты приготовим. Тихо. Тихо, 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 тихо. Нате. Особо здоровый пойдет первым. Ой, не на то прицелился. Руку, руку хочу, руку. Опять у меня куда-то делся этот. Помогаешь тут народу, помогаешь, а один фиг, что-то у нас... Никто в команду не присядет, там он Саша теперь нужна помощь. Неплохо. Да сейчас тут порубим их на гуляш и дальше будем разбираться. Прости, Саша, но как бы... Уж начали тут все ковырять, так надо всех их забить. Хорошо, неплохо. Давайте пилюльки поднимем. На всякий случай. Всех здесь зарубили, кого-то можно. Ну, ладно, почти все.
Молодцы, смотри-ка, друг другу помогает. А, нет, кстати, смотрите, там в команду кто-то присоединился. Ранга, нормально. Так, меняем лезвие. Хорошо. Вот теперь пошли помогать Саше. Там уже можно пойти сразу к финальному боссу, но я этого делать не хочу. Мне и так нравится. Народ, давайте не помирайте. Вы мне как бы нужны живыми. Вот там стоит один, смотрит. Друг на друга смотрит. Что там, Саша, что-то это... А, ты типа это, саппорт. Ты чё тут прибежал, чучело? Пошел вон. Гремлин, блин. Лошадь, только не мешайся. У меня клинки длинные, я ж, блин, если уж... Ой, там вон кому-то помню. Так, ладно, лошадь, вперед. Вперед, скакун. Тихо. Так, ладно, поехали. Там вон флажок есть, поехали туда. Вообще, как бы надо защищать у меня это, эскорт Саша. Давайте эскорт Саши будем делать. Это миссия, это место, куда мы уже должны прийти. И мы сейчас вот будем ей помогать. Это что за черт тебе идет здесь? Спокойно. Так, тихо. Ты, говорит, просто невероятен, сказал Саша. Да я знаю, знаю. На! Вы посмотри, как они просто толпой. Гигантской толпой. Всякого размера. Титаны налетели здесь. На бедную Сашу. Че, картоха жива? Вроде бы да. Эти задания, как бы, они не обязательные, но за них там дополнительные плюшки будут давать. Так, ну че? Саша, are you ready? Да, да, я тут, пошли. Че стоим, кого ждем? Что он делал? Ты что тут делаешь? Куда ты пошла? Блин, не что просто туда к месту сразу пойти. Нет, ей нужно просто вернуться к мелкому чудику. Где моя лошадь? Саша. О, он стартанул, стартанул, да, блин, за ней не поспеешь. Что она стоит, стоит, то она, блин, тут дёр дала. Давай, пошла, пошла, пошла. Так, в чем дело? Где враги? Чё стоим? Кого не вижу на карте, здесь это... А, типа, вон тот не нравится, да? Спокойно. Сейчас его не будет. Отлично. Иду, иду, иду. Саша, я с тобой. В чем дело? Ты чё встала? Так, ну ладно. Короче, я понял. Ей не нравится, если где-то на горизонте кто-то где-то что-то виднеется. Она не может просто так идти, пока вот мы всех тут не перебьем. Ну, как бы, ладно, я по времени пока не тороплюсь. У нас с вами, правда, не сказать, что очень хорошая ситуация, в том плане, что у нас народ потихонечку подыхает. Если видите в правом верхнем углу экрана соотношение обороняющихся и соотношение титанов, они выигрывают пока что. Ну, как бы, народ там, как обычно, без меня сам ничего сделать не может. Так, здорово, меня узрел. Отлично. И сверху прыг. Так, здесь забили. Вроде бы ничего так. Саша до сих пор просто стоит. Она стоит и пялится там на кого-то. На тебя, что ли? Ну ладно, я всех в округе буду убивать. Меня, что, у меня выбора нет. Как говорится, надо сделать миссию. Давайте сделаем. Ой. Пошел вон. Скелет. Ты какой-то дохлый. Отпусти моего. Вот редисина какая,
О, Саша дёр дала дальше. Ладно, иду с тобой. Где моя лошадь? Почему я на своих двоих? Так, Саша что, опять остановилась? А не, смотри, побежала. Бежит, 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 бежит. Там он слева сейчас узреет, он там трое. Но нам нужно сюда. Да, а вот Саша уже здесь. Хорошо. Так, ну что стоим? А, вон она. Блин, господи, я вас тут путаю. О! Появился. Ты где, под землей ныкался, что ли? Так, отлично. Отлично. О, смотри, какой маленький, зато с сюрпризом внутри. Так, смотри-ка, Саша доставила, с Кристой вместе доставила все, что нужно. О, Саша к нам присоединилась, смотри-ка, и у нас это... Так, ну что, пока у нас вообще всего валом, только лезвие у нас как-то кончается довольно быстро. Давайте заменим, у нас тут еще баллон заменим. Все, вот теперь погнали. Вот теперь пошли и по дороге будем всех убивать, и заодно, соответственно, пойдем туда уже, куда нам назначено сегодня. О, вот это какой-то здоровенький прибежал. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ребята, спокойно, расслабьтесь. Да ты что, не ослеп, э? Ну ладно, лезвия большие, мы даже с такого расстояния все равно дотянулись. Отлично. Сейчас мы всех тут порежем, всех порубим, все будет путем. Давай ты от меня уже отвернешься. Как меня раздражает, когда вот прям вот летает огромная толпа, а они как роятся возле него. Но ему нужен только я, как в песне. Мне нужен только ты. Мне очень нужен только ты, по-моему, как-то так там было. Так, давай-ка вот здесь вот этих двух супчиков тоже зачистим. Мне не нравится, как они тут гуляют. О-о-о, прям футболист, футболист, смотри, смотри. Так. О. А этот больше из американского футбола. Ручки маленькие, плечи большие. Тихо, спокойно, 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 спокойно. И вот как-то так. Так, отлично. Все? Да, тут все. Так, пошли теперь с этого края тоже. Изничтожим, там он двое ходит. Маленький и большой. Начнем с большого. Знаете, как они врубят сразу? Один руку отрубил, я ногу отрубил. Ну и, собственно говоря, и все, да? Где-то здесь еще один есть. А где здесь крохотулька бегает? Вон он там. Он вообще какой-то потерянный стоял. Отлично. Так, ну я думаю, вот теперь можно идти убивать главного. Так, кто же у нас главный-то? Просто... Ой, мускулистый. Мускулистый, здоровый. А, мускулистые, они такие. И с ними немножко опасно надо быть. Я помню, уже как-то, по-моему, подыхал даже от такого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Музычка бодрая. На, минус нога.
Да, у него заблокировано шея. Где-то у меня тут было целая куча. Ой-ой-ой, тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Куда это я? Я не туда кинул. Ну ладно. Да хорош, блин, да что ты вот... Не люблю, когда мешаю. Скроем мелкого. Так. Хорошо. Ну-ка, лови. Ты посмотри, какой бегает. На коленке, а бегает. Ну, на тебе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да что ты, да что ты здесь за локация-то такая? На! Мне просто нравится закидывать вот этими коктейлями Молотова. Они очень сильные. Во, еще и смотри-ка разблокировали. А если ему шею, в шею прям сейчас щуки? Бежим сейчас с другой стороны. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Молотет. И... Хо-хо! И просто убили его. И закидали коктейлями Молотова, и все. Огня они боятся, похоже, больше, чем лезвий. Конечно, преимущество Жана вот даже на начальных уровнях, что у них просто больше дается с собой предметов, всяких там гранат, коктейлей Молотова и прочего, тоже имеет свои преимущества. Отлично. Сделали опять на ранках. Господи, да сколько же вас там надо-то? Ой, у нас, смотрите, у нас доступные новое оружие, похоже. Ну, какие-то там предметы. Так. Опять супериора мне ничего не дали. Ну ладно. Давайте, наверное, сейчас посмотрим, что нам там. Какое новое оружие или что нам там стало доступно. И посмотрим уже. Может, что-нибудь из этого купим. Я там делал апгрейд тросов, я помню. Делал апгрейд, соответственно, вот этих вот... как их называть? Ножны. Под максимум делал этот апгрейд. Так, ну ладно. О, здесь уже другой. Каждый раз, когда меняется какое-то оружие, здесь меняется торговец. Здесь уже сам этот. Так, здесь ничего нового. Ага, вот что у нас нового. Light Steel нам нужен, чтобы у нас был этот. И можно будет больше лезвий с собой таскать. Больше мощность, но меньше объем. Хм, странно какой-то апгрейд, не знаю. Так, вот у нас доступны вот эти тросы доступны новые, смотрите. Вот вообще просто, вот Superior Gem Steel тоже нужно, блин. Вообще какое-то новое. Скорость, вы посмотрите, какая скорость, во сколько, просто во сколько раз. Superior Gem Steel тоже нужно. И еще одно. Здесь уменьшение и дальности, и скорости, но зато сила. Вдвое. Как это все отличается? Вот интересно, вот это все оружие попробовать. Надо нафармить вот эти вот лайстил. А может их можно купить? Давайте сразу посмотрим. Так. Лайстил есть у нас здесь? Да, смотри-ка, есть лайстил. Может купим парочку? Деньги есть. Три. Пока три купим. Потому что написано, что это прототип, и не факт, что он подойдет. Так, ну-ка давай. Так, новое. Нет, они не подойдут. Смотрите, написано прототип. Как это сюда мне потребуется, я не знаю. Потратили 10 тысяч только. Ну, ладно. Так, ну что, жаль, к сожалению, вот я нигде не нашел описание, где с каких титанов выбивать определенные материалы, потому что, вот, допустим, мне нужен какой-то конкретный материал, и где его выбить, бог его знает. То есть это придется просто на удачу. Либо просто заведомо лезть на какой-нибудь очень такой, как вам сказать, высокоуровневый. На высокоуровневых титанов лезть, то есть, и, наверное, с них будет самая вот эта вот мощь. Как-то вот так, давайте сделаем. Во, нормально.
Так, ну что, давайте на сегодня закончим. Это было клево. Вот я вам показал сегодня Жана. Жан по-своему здоровский, но единственное, что его еще нужно попрокачивать, потому что самые способности открываются после, по-моему, 5 уровня. Что там будет у него, пока что не знаю, но в будущем это узнаем. Обязательно поиграем еще за остальных, за всех персонажей. Я хочу поиграть за Эрона, я хочу сделать ему полную раскачку, посмотреть, какова его мощь титана, особенно в битве с другими титанами, тем же звероподобным, бронированным, или там другая какая-то женская особь. Может, еще какой-то будет титан здесь, может, колосс еще будет. Говорят, вроде должен быть. Хорошо, давайте на сегодня закончим, это было здорово, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока.